Если природу будешь уважать и бережно к ней относиться, то и добрые духи тебе помогать будут. А как они выглядят? Ну, не каждый может их увидеть. Они превращаются в животных, птиц, в людей. Вот встретить одного из них. Ну ничего, Тимурчик, когда-нибудь увидишь. Надо взять с собой оладушки, чтобы приманить духов. Милана, не приманить, а покормить, чтобы они добрыми стали. Тогда надо побольше взять. Они в лесу, наверное, голодные. Правильно говоришь, Сэр. Они к нам припекут, и мы их увидим. Не говори глупостей, Сэр. Воображала. А вы что, еще не спите? А ну быстро по кроватям. А мы в лес пойдем духов кормить. Это очень хорошо. Только далеко в лес не ходите, а то заблудитесь. Не шумите в лесу. Бабуля, а можно нам взять оладушки? Конечно, берите. И водички с собой возьмите. Ванна некогда нам. Бежать пора. Эх, молодость. Вечно куда-то спешат. А может, возле этого дерева положим? Нет, то дерево находится подальше. Когда мы ходили с дедушкой за хворостом, я видела то дерево и помню дорогу. Пошлите за мной. Вы слышали? Нет, а что там? Как будто кто-то зовет на помощь. Ой, мамочки, я пропала. Небось, она с мечтой не обидит. Что тебя так напугало? Он хочет меня съесть. Не смей трогать мышонка. У меня в гнезде 2 птенца голодных. Чем я буду их кормить? У нас есть оладушки, возьми их. Вам должно хватить. Благодарю вас, добрые дети. Ты в безопасности. Ты можешь бежать дальше. Спасибо, добрые дети. Я нога. Как я досмотрела. Как ты в капкан попал. Давайте спасем медвежонка. У меня есть в рюкзаке ножницы.
свободен, медвежонок. Спасибо, добрые дети. Спасибо, что спасли моего медвежонка. Спасибо, ребята. А вы знаете, где Самандеева растет? Мой Мишка вчера играл с бельчонком возле большого красивого дерева. Оно стоит там. Давайте поспешим, скоро темнеть будет. Помогите, добрые дети, за мной гонится охотник. Беги по той дороге, мы заметем твои следы. Спасибо, добрые дети, я никогда не забуду вашу помощь. О, дети, вы откуда здесь? Мы ищем Самандеева, чтобы покормить духов леса. Ха! Долго вам еще идти до него? А вы оленя здесь не видели? Он побежал по той дороге. О, мамочки, я попал! Ой, какой миленький зайчик! Зайчик, ты чего так испугался? Со мной гонится волк. Какая удача! Какой вкусный ужин! У нас есть вкусные оладушки, которые испекла нам бабушка. Возьми покушать. Как вкусно пахнет. Спасибо, добрые дети. Спасибо, что пойти меня от волка. Что ищете в лесу? Самандеева, чтобы покормить духов леса. Ну, кажется, заблудились в лесу. Ты нам поможешь? Давайте я вас повожу. Вот наше вообще дерево, где запитает дух леса. А мне пора бежать. Сейчас мы увидим духов леса. Я хочу кушать. Я тоже голодный. Но у нас больше нет оладышек. Мы все раздали. Походу никто не придет. Уже поздно. Как же мы домой доберемся? Солнце уже село. Мне холодно и страшно. Как же нам попасть домой? Не бойтесь, мы что-нибудь придумаем.
Очень круто. А что вы сюда попали? Вы что, заблудились? Да, помоги нам. Поможешь нам выйти из леса? О, бедные мои, ступайте со мной, я вас выведу. Вот идите по этой тропинке и никуда не сворачивайте. Она вас выведет к самому дому. Спасибо тебе, дедушка. Идите домой, ваш уже шаш дарис. И оленя видели? Мы даже медвежонка спасли и зайца от волка. Ах, вы какие у меня храбрые. А зайца спроводил до шаман дерева, где мы покормили духов леса. Стало темно и страшно, и мы испугались, что не сможем домой попасть. Но мимо проходил лесник и помог нам выбраться из леса. Эх, а духа леса мы так и не встретились. Да, очень печально. Ой, глупенькие мои. Старичок был сам духом леса. Его звать Байна лес охраняет. А тем, кто природу бережет, он помогает. Вы помогли животным, и он вам помог. То-то он был странно одет.